форум проходил как раз, когда в Египте разбился самолет. Ну вот, да, это был в ноябре 2015 года. Как раз все были под, даже Путин должен был быть на этом, в Казани, но не смог туда прилететь. Вот. И все, конечно, были под таким большим впечатлением от этого терроризма, от всего, что происходит в мире. Вот. И он когда вышел, он просто сказал, что... А этот митрополит Феофан, он как раз служил в Беслане. И он сказал, что я конкретно тот человек, который доставал этих детей из школы. 400 детей мы похоронили, да, тогда в Беслане, говорит. Терроризм – это страшная угроза. Но аборты – это такой же терроризм сегодня в нашей стране. Это такая же смерть невинных младенцев –